Замело, завьюжило. Циклон накрыл Уссурийск. Практически всю ночь не прекращались осадки, которых к утру на дорогах города оказалось больше месячной нормы, что привело к сложному движению транспорта. С наступлением дня началась массовая борьба с сугробами. Сегодня утро было нестандартное, потому что погода была нестандартная. Автобусы ходили как попало, было холодно и мела метель. Короче, палево. Школы и сады, магазины и заведения общепита взялись за лопаты. Снегоуборочная техника с утра курсировала по центру города. Работали и ночью, но интенсивность осадков взяла верх. Всегда при снегопадах существует некий алгоритм расчистки города. Первостепенный центр, автобусные маршруты, транспортные развязки и остановки. По сообщениям единой дежурно-диспетчерской службы, на 11 часов сегодня в нештатных ситуациях с электроснабжением, водоснабжением, теплоснабжением не зафиксировано. Все работает в штатном режиме. В ближайшее время осадков не прогнозируется, поэтому будем работать в штатном режиме, погода должна прийти в норму. По данным диспетчерской службы, на дороге вышло 18 единиц муниципальной снегоуборочной техники. Грейдеры, КАМАЗы, погрузчики и экскаваторы задействованы в ликвидации последствий стихии. Проезжие части и тротуары, административное здание, окраина города и сельские территории. По всем направлениям идут работы. С 8 часов вечера мы заходим вторыми сменами, как бы убирать город ночью. Будем добавлять машины на вывозку снега, ставить дополнительную технику. Погрузчики, чтобы максимально сжатые сроки обеспечить уборку города. Весь день понедельника на столбиках термометров держалась нулевая отметка. Ночью синоптики обещают до минус 18. А это очередной ворох проблем. На дорогах ожидается гололед. И сотрудники госавтоинспекции напоминают об особой осторожности автомобилистам. Жители Уссурийска просят не мешать снегоуборочной технике, не бросать машины на обочинах дорог, а также ограничить передвижение на собственном транспорте по городу. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс.